8 июня свой профессиональный праздник отметили работники социальной сферы. По уже сложившейся традиции, для них в районной администрации был проведен торжественный прием. С профессиональным праздником социальных работников поздравил глава Славянского района Роман Синеговский, подчеркнув важность и необходимость их работы, суть которой – заботиться о людях и помогать им. Ваш труд, он действительно очень нужный. Это труд, который вы отдаете, вы ничего не берете, вы помогаете людям, которые в этом нуждаются, заботитесь, решаете почти все вопросы. Где-то не только вот хозяйственные дела, да, где-то и морально надо и выслушать, и что-то подсказать, и душевно поддержать человека. Поэтому вам за это все большое спасибо. Сегодня в социальной службе Славянского района трудится более 600 человек. Начисление субсидий и пособий, уход за пожилыми людьми и инвалидами, поддержка детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Все это только малая часть той огромной работы, которую выполняют работники социальной службы. Разрешите мне поздравить от имени Совета муниципального образования Славянского, поздравить вас с каким добрым праздника, днем социального работника. Вы всегда на передовой, вы всегда порой замещаете даже самых родных людей, особенно пожилым людям, когда вы приходите, по случаю там, жизни, стекаешься, так обстоятельства, где-то дети находятся далеко, но вы приходите, вас ждут и всегда верят вам, и всегда надеются на вас, наше пожилое население. Поэтому низкий вам поклон за ваш благородный труд. На торжественном приеме о каждом из приглашенных было сказано много добрых и теплых слов. У каждого из них свое направление работы, стаж и опыт. Но всех их объединяет любовь к людям и желание помогать тем, кто в этом нуждается. Руденко Юлия Сергеевна. Юлия Сергеевна – старший специалист отдела назначения и выплат социальных пособий, субсидий и компенсаций Управления социальной защиты населения. Юлия Сергеевна работает в управлении более 6 лет, очень грамотный специалист. Она осуществляет проверку назначения всех видов пособий, компенсаций, субсидий, социальной помощи малоимущим семьям. Юлия Сергеевна уверена, что быстрое, четкое и своевременное перечисление назначенных выплат позволит улучшить материальное положение населения района. На работе и дома она добрый и отзывчивый человек, всегда готовая прийти на помощь, прекрасная дочь и крепкая опора для своих родных. Руденко Юлия Сергеевна. Работа специалиста социальной службы очень непростая. Каждому подопечному нужно найти подход, каждому помочь, а иногда и просто выслушать. Особенно нуждаются в заботе и поддержке одинокие пожилые люди, для которых социальные работники порой заменяют семью. Это очень важная работа, особенно для тех, кто остался без внимания от родных, близких, ну, по любым причинам. Причин много. Они ждут социальных работников, ну, как своих детей, у них отношения такие тесные, дружные. Самое главное у социального работника – это уметь любить людей, наверное, я бы так сказала. Уметь любить людей, потому что без этого никак. Кто не любит людей, здесь не может работать. Ну, а еще не менее важны такие понятия, как взаимопонимание, как чуткость, доброжелательность. Люди с доброй душой и большим сердцем. Именно так можно сказать о работниках социальной службы. Они выбрали своей профессией помощь людям и выбранному делу остаются верными до конца, даря заботу, внимание и любовь тем, кто в этом нуждается. В знак благодарности за такую важную и нужную работу, которую они делают, всем приглашенным на торжественный прием от главы Славянского района были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».